Honestly. А, по поводу боли, доверия еще, вот его здесь очень много. Ну, я хотел бы сказать, Коля, он такой парень очень собранный, и очень, так сказать, ну, спланированный, что ли, как объяснить, я не знаю, упорный очень. И мы с ним спорим. Я в то время занимался после вот этого металла классики, я понял, что никому это не надо. Никому это не надо, и никто это не